Здравствуйте, девочки. Хочу показать сегодня мои покупки из магазина Fix Price. Я туда ходила целенаправленно, потому что мы поменяли место жительства, сняли квартиру. Сейчас будем с семьей жить отдельно от мамы. И в связи с этим переездом понадобились многие мелочи, которых так не хватает для уюта. Ну, первое, что я... Зачем я шла? Это были контейнеры для сыпучих продуктов. Но, к сожалению, контейнеров там не было. Но были вот такие вот коробочки. Чем они мне понравились? Тем, что они идут с крышечками. Достаточно удобный такой размер. Туда много мелочей. Вот там, например, аптечка может быть один, второй там еще под что-то. Может, под игрушки, под какие-то мелочи. Взяла 4 штучки разноцветных. Понравилось тем, что их можно ставить друг на дружку. И получается такая стеночка. И удобная с одной стороны. И экономная в плане места. Следующее, что я еще взяла там. Это была, ну конечно же, половая тряпка. Девочки, не люблю хвастаться тряпками. Какими-то вот такими хозяйственными средствами. Но это правда замечательная тряпка. У нее огромный размер 80 на 100 сантиметров. Она замечательно впитывает, замечательно моет. И ну, размер позволяет быстро мыть полы и большую площадь. То есть вот тут тряпки вообще рекомендую каждому. Они замечательные. Следующее, что я взяла, это вот такой контейнер. Он уже давно в фикс-прайсах, его все видели. Для иголочек, ниточек. Ножниц, ну, ножницы вряд ли сюда влезут. Но под всю вот эту мелочевку очень даже удобно. Скрепочки, булавочки. Что у меня тоже будет теперь все на своем месте в этой квартире. Так, следующее. Это разделочная доска. Красивая такая расцветка. Она немножечко... Это стекло. И она такая, как гофрированная, что ли. Так что хлебушек будем резать на ней. Так, шифоньер, шкаф. Взяла 2 вида вешалочек. Вот такие узенькие. Может быть, для детских рубашечек, для чего-то такого. Тут 5 штук в наборе идет. И вот такие вот в 2 цветах. В черном и в сером. Их по 3 штучки уже. Ну, это уже под взрослые вещи. Мои и мужа. Если будет мало, еще потом прикуплю. Вешал. Нужны всегда. Следующее, что я взяла, это вот такая была терочка. Терка, кстати, очень-очень острая. Мне она понравилась. И она, в отличие от 4-сторонней, тут аж 5 сторон. 6 сторон. Вот, очень удобная. Так, вот такой вот контейнер взяла с деткой. Вот один большой, один маленький. Они шли вместе, один в другом лежал. Большой взяла под сахарный песок хранить. Маленький, может, тоже подо что-нибудь мелкое приспособим. Следующее. Очень мне понравилась вот такая вот статуэточка. Я буду ее использовать как солонку вот этого зайчика. Смотрите, какая прелесть. Буду в ней соль хранить. Вот. Переходим тогда к кружечкам. Что у меня тут керамическое. Девочки, вы посмотрите, какая прелесть. Эту кружечку себе выбрал мой ребенок Максимка. Такие две. Он сказал, мне игрушечные овечки, а тебе, говорит, мама настоящая. Вот они настоящие. Это вторая кружечка. Вот такая прелесть. Вот. Овечки такие и такие. Там были и другого вида. Но я взяла 2 только кружечки. Так, дальше. Дальше я взяла ложку для ложек. Вот, когда готовишь, очень нужны вот эти ложечки, чтобы не пачкать столы. Ложки удобно хранятся. Так, взяла вот под соль и перец для специй. Вот такие 2 стеклянные баночки. Вот. Там на новой квартире будет нужно.
Так, и следующее, что я взяла, это вот такой санитол. Показала его Роза Ветров. Спасибо тебе, Лариса, огромное. Действительно, вот ты в прошлый раз показала саниту, она мне очень нравится. Действительно, кастрюля отмывает идеально. Даже там, где, может быть, было пригоревшие места, все оттирает замечательно. Вот этот санитол не пробовала, но так как ты рекомендуешь его, что он тоже хороший, я его тоже взяла. Пусть будет и он у меня. Так, и еще одно, что я взяла, это вот такой бокал. Сразу покажу, что я в нем буду хранить. У меня один такой бокал был и есть под карандаши. Ну и вот взяла теперь под кисти вот второй бокальчик. Простите, кашлю. Горло першит. Вот, теперь будет вот такой бокальчик. Мои любимые мюсли. Снова взяла 5 штучек тут в ассортименте. Не знаю, удивлю кого или нет. Покажу снова. Мне кажется, уже их все знают, все видели. Я показывала уже не один раз, как они выглядят. Очень удобные. Вот в такой коробочке. Вот такие мюслички. Их 5 штучек. С разными вкусами, кстати. Вот. 5 штук. Разные вкусы. Последнее, что я взяла, это вот такие тапочки. Вот. У меня тапочки есть, это 37 размер. Это я взяла для гостей. Вот. Будут у нас гости. Эти тапочки рядиться, когда будут приходить. Ну вот, вроде и все. Показала сегодня свои покупки. Сейчас их все буду расставлять по местам. Жалко, конечно, что не получилось подсыпучие купить, потому что у меня пока все в пакетиках рис и все крупы. Неудобно, конечно. Плюс еще ящики я не домыла, чтобы все убрать. Ну, потихоньку будем обживаться. Вот. Спасибо, девочки, что были со мной. Всем пока.